Спасибо, спасибо, коллеги. Я очень рад всех вас здесь видеть. И я очень рад, что 1С Bittrex в своих конференциях позволяет нам послушать не только про их замечательные платформы, но и про новейшие технологии, что вообще творится в отрасли. Сейчас я нажму несколько волшебных кнопок, чтобы мне было лучше вам об этом рассказывать. Нужно вот сюда нажать, да, на плюсик, дай-ка. Главное что? Главное телефон выключить, Skype и хороший сетап. Итак. Раз, раз. О, есть контакт. Меня зовут Григорий, я технический евангелист Vox Implant. Вообще мы делаем облачную голосовую телефонию, но сегодня я вам буду рассказывать не о голосовой телефонии, а о перспективных технологиях. Так получилось, что уже больше 15 лет я делаю софт. Я его делаю вот этими вот руками, я руковожу командами, которые его делают, и я консультирую команды, которые делают софт. За последние несколько лет индустрия создания программного обеспечения, она развивается просто безумными темпами, и особенно это видно в близких нам веб-технологиях, потому что когда мы пользуемся продуктами Bittrex, Bittrex 24, это все веб, мы хотим его расширять, улучшать, мы хотим, чтобы наши клиенты пользовались этим на мобильных устройствах, мы хотим адаптивную верстку и много всего хорошего, интересного. Технологии сменяют друг друга примерно раз в 3 месяца. И я расскажу вам о технологии, которая называется React. Сейчас она представлена аж в 2 ипостасях. Это React.js и React Native. Началось победное шествие React в 2013 году, когда у компании Facebook был не только Facebook, но и большая проблема. Проблема у них, как это ни странно, была с чатиком. Более точно, с количеством новых сообщений. Долгие-долгие годы инженеры Фейсбука не могли победить чатик, и Фейсбук постоянно показывал неправильное количество новых сообщений. Он показывал, что сообщения новые есть, хотя на самом деле их не было. Он показывал, что сообщений нету, хотя на самом деле они есть. И всех это очень печалило. В конце концов, в 2013 году инженеры Фейсбука собрались, сказали много всего хорошего и придумали технологию, которая должна была решить все их проблемы раз и навсегда. Забегая немножко вперед, чатик они, конечно, починить не смогли, но получилось забавно. Итак, они создали React.js технологию, которая была призвана починить чат в Фейсбуке. И сделать она была должна с помощью 3 волшебных фичей. Во-первых, это изменение интерфейса без перерисовки. Если вы пользовались Facebook, а я думаю, многие из вас пользовались Facebook, интерфейс у него довольно такой развесистый. Там много всяких фидов, окошек, чат, который может появляться из 3 разных мест. А если заглянуть в админскую панель, там вообще много всего. Все это скроллится, появляется, исчезает, нотификации, лайки. Все замечательно. А у браузеров есть одна маленькая проблемка. Они были разработаны много-много лет назад, чтобы показывать простенькую страничку. Да? Там текст, заголовок, выделенный текст. И они совершенно не были предназначены вместе с HTML для того, чтобы делать вот это. И у браузеров с HTML есть много таких врожденных проблем. Да? Например, если пользователь в чате вбивает что-то, и у него фокус на поле ввода текстового чата, то когда он переключится на новости, а потом обратно на текстовый чат, но этот фокус и позиция, они пропадут.
React, он позволяет перерисовывать интерфейс маленькими кусочками, не трогая те части HTML-страницы, которые не переживают трогание себя. И таким образом в современном Фейсбуке чат может отдельно обновляться, фид отдельно, появляться разные иконки, при этом вы спокойно продолжаете набивать свое сообщение. Это все делает React. А во-вторых, инженеры Facebook, у них была такая мечта. Эта мечта на самом деле общая для всех разработчиков последние лет 30. Это как-то так волшебно сделать, чтобы мы вот один раз запрограммировали кнопочку для чата, а потом использовали эту кнопочку везде, во всей нашей программе, во всех наших программах. Вот еще 15 лет назад, когда мы писали на Borland'е, да, Borland-компоненты, они вот пытались воплотить эту мечту, почти получилось, но не взошло. Инженеры React, они сказали, окей, мы делаем React таким образом, что вы один раз дизайните окно чата и затем вставляете это окно чата везде, где хотите, и у вас все будет работать. Ну, не работает, конечно, но попытка очень и очень хорошая. Ну и, конец, последнее, что сделали инженеры Facebook, это состояние. Это такой бич огромных систем. Когда вы делаете огромную сложную систему уровня Bittrex 24, у вас там миллион каких-то кнопочек, рычажков, попапов, окошек, все это прыгает, скроллится, работает, и у вас в программе случается очень много состояний там. Чат поскроллен туда, чат поскроллен сюда, есть сообщение, нет, залогинен пользователь, не залогинен. И вот чем больше ваша система, тем больше этих состояний, тем больше нежданчиков случается. Когда эти состояния в неожиданной комбинации, и в результате ваша программа показывает очень странное поведение. Например, как чат Фейсбука. React призван это починить. Он придерживается функциональной парадигмы и позволяет делать маленькие кусочки, которые мы даем на вход состояния, и они работают только на основании этого состояния. Там много-много магии, и все должно работать. А когда компании разрабатывают новую технологию, компании на самом деле не знают, взлетит эта технология или не взлетит. Если взлетит, то какая часть технологии? Обычно не угадывают. А Facebook, когда сделал React, опробовал на чатике, понравилось, и начали этот React open source показывать всем желающим. А маркетологи, инженеры Facebook, они делали упор на что? На то, что React быстрый. За счет того, что он перерисовывает маленькие кусочки страницы, это все работает очень быстро, там технология Shadow DOM, все очень быстро, ваша страница не тормозит. Как показала практика, быстро это мало кому надо. А вот то, что React.js сделан из кусочков, программисты распробовали, им это очень-очень понравилось. Потому что веб-программирование до React'а, это была такая большая варка лапши, когда разрабатывали сложную систему, там огромный-огромный HTML, в два раза больше CSS и приправленный просто горами JavaScript'а. Когда начали разрабатывать на JavaScript'е, вот эта вот вся монструозность неожиданно разваливается на десятки и сотни маленьких кусочков. А каждый маленький кусочек, он мало того, что маленький, он еще простой и понятный. Программист заходит, смотрит, о, кнопка, да там всего 50 строк кода. И все эти 50 строк кода вот в этой кнопке. Во, взял, починил или поломал. Очень-очень удобно. И как раз благодаря тому, что React.js позволяет, как из Лего, собирать интерфейс из маленьких-маленьких кусочков, он за два прошедших года набрал огромнейшую популярность. Сейчас в интернете тысячи статей, как пользоваться React.js, это тренд, на него переходят крупные компании, все потому, что это позволяет программистам решить огромную боль лапши в своем коде. А Facebook в это время сидел в засаде. И через два года они вышли такие все в синем и сказали, знаете, нам так понравился React.js, который мы сделали,
что мы теперь мобильные приложения тоже будем делать на нем. И выкатили React.js для айфонов. А через полгода для андроида. Неожиданно. Как можно технологию, которая позволяет делать веб-интерфейс, да еще на JavaScript, использовать на мобильных платформах, где, в общем, ни веба особенно, ни JavaScript. Facebook подошел к этому с неожиданной стороны, с стороны акселератора Titanium. Был такой проект много лет, который делал то же самое. Но почему-то до того, как сделали React Native, он был не очень популярен, а как сделали React Native, все сразу стали пользоваться React Native. Что такое React Native? Когда мы разрабатываем для мобильных платформ, у нас есть ряд интересных вопросов к пользовательскому интерфейсу. Потому что когда мы делаем веб-сайт, с пользовательским интерфейсом все просто. У нас есть HTML, у нас есть div, у нас есть input, у нас есть button, есть дизайнер, который их раскрашивает во всякие разные забавные цвета. И мы всем этим пользуемся. А когда мы создаем приложение для мобильных платформ, у нас есть отдельно Android, есть отдельно iOS, и у них есть куча какого-то своего пользовательского интерфейса. Кнопки, инпуты, дроверы на Android, они работают не совсем так, как на iPhone. Поэтому, когда вы создаете мобильное приложение, у вас есть выбор. Вы можете запихнуть в ваше мобильное приложение кусочек браузера и рисовать привычный HTML. Так делает, например, популярный PhoneGap. Плюсы этого подхода заключаются в том, что ваше приложение выглядит совершенно одинаково на всех устройствах. Минусы, что оно при этом выглядит одинаково уродливо. Потому что пользователи, которые используют Android или iOS, они все-таки привыкли к тому, как там выглядят кнопочки, как там красиво анимируется пользовательский интерфейс, откуда что выдвигается. Когда они видят вашу веб-страничку, запакованную в виде приложения, они немного удивляются. Это вариант с одинаковым. Можно пойти другим путем. Можно делать разработку под все платформы и для каждой платформы делать свой собственный интерфейс, используя родные или по-английски native элементы. Так делал акселератор Titanium за много лет до того, как появился React Native. И совершенно так же делает React Native. Вот это слово native, оно как бы подразумевает, что приложение, которое будет использовать React на мобайл, несмотря на то, что это приложение JavaScript, оно будет использовать кнопочки, текстовые поля и инпуты, и все остальные элементы, родные для данной операционной системы. Работает это все очень просто. Когда вы делаете универсальное приложение, которое должно работать и как веб-страничка, и на Android, и на iPhone, это JavaScript-код. JavaScript-код, который занимается вашей бизнес-логикой, да, что приложению делать, когда клиент нажал на кнопочку «Купить», как отображать элементы приложения, он абсолютно одинаковый. А вот код, который занимается пользовательским интерфейсом, то, что делает React, специальная магия React, он разный. А React, он на самом деле очень забавный. Он позволяет вам делать приложение на JavaScript, но при этом внутри JavaScript вы в синтаксисе XML делаете виджеты. Выглядит это примерно вот так. И когда вы делаете веб-приложение, у вас свои виджеты, например, дивы, инпуты, баттоны. Когда вы делаете Android-приложение, у вас совершенно другие виджеты, Android-баттоны, дроверы, Activity. А когда вы создаете приложение под iPhone, у вас третий набор виджетов. Это, кстати, дает React как огромную силу, так и слабость. Если в вашем приложении много бизнес-логики, то есть оно делает что-то сильно осмысленное,
то основная масса кода у вас будет совершенно одинаковая, что в вебе, что на андроиде, что на айфоне. Если же ваше приложение — это какой-то пользовательский интерфейс к базе данных, который разный под все три платформы, ну, то получается и код вашего приложения большая часть будет отличаться под разными платформами. Когда компании пытаются продать вам какое-то средство кроссплатформенной разработки, вот как я сейчас, рассказывают обычно про какие-то кейсы уровня Hello World из серии «Посмотрите, как замечательно, мы вот сделали текст, поле ввода, кнопочку, и оно совершенно одинаково выглядит под 20 платформами, и все работает». Но на практике мало кому нужно делать программы, в которых текст, поле ввода и кнопочка. Обычно программы, которые мы создаем для того, чтобы заработать деньги, для того, чтобы решить бизнес-задачи, они сложные. Иногда очень сложные, иногда очень-очень сложные. И первый же вопрос, который я задаю таким продавцам, это: ребят, окей, а если мы попытаемся сделать что-то уровня Bittrex24 или расширить Bittrex24, где будет 50 кнопок, сотни инпутов и 20 окошек, как это себя поведет? React отличается от остальных кроссплатформенных решений тем, что ведет себя хорошо. Во-первых, доступно очень большое количество компонентов для веба. Если вы используете React.js для того, чтобы сделать приложение и хотите, чтобы оно отображалось как веб-страничка, вы можете же использовать готовые наборы блоков. Например, сейчас очень популярны в Google Material Design. Да? Вы просто берете там горизонтальный лайаут, вертикальный лайаут, кнопочки, поля ввода, и все это выглядит так же красиво, как Bootstrap. При этом не надо ничего верстать. Все собирается как лего из кирпичиков. Есть огромное количество компаний и энтузиастов, которые постоянно добавляют библиотеки и пользовательский интерфейс для React Native. Вы хотите, чтобы это же приложение работало на Android и на iPhone. У вас есть небольшой набор, который дает Facebook, и очень большой набор, который дает GitHub. Вы просто набираете в Google React Native, а дальше что хотите. Карты, биллинг, базы данных, сетка, и видите огромное количество портированных компонентов. Правда, часть из них не работает, но это open source, это перспективные технологии, очень перспективные. И, наконец, многие компании делают универсальные решения, которые вы можете использовать с React как в вебе, так и на мобильных платформах. Ну вот, например, 10 секунд саморекламы, как мы. Если вы пользуетесь телефонией Vox Implant, у нас есть SDK, который вы можете совершенно одинаковым способом использовать как в веб-приложении, так и в мобильном приложении. Неожиданно вы добавили в свое решение возможность звонить или принимать звонки, потом сделали приложение на React для Android и iOS, и наш SDK также позволяет вам звонить или принимать звонки на этих платформах. Таким образом, ваши веб-разработчики пишут один и тот же код, а у вас три разных решения — и под веб, и под мобайл. Да. Ну, на самом деле, не все так радужно. У React.js и React Native есть не только огромное количество плюсов, но и немножко минусов. Да? И один из самых больших минусов стека React — это то, что если вы хотите его использовать на мобайл, то у вас будут нативные виджеты. Нативный виджет — это очень круто, это очень быстро, приложение выглядит так же, как все остальные приложения, только вашему программисту придется это учить. Если вы просто делаете мобильную версию сайта, то он нарисован вашим дизайнером. Все, конечно, понимают, что этот сайт, но делать-то его быстро. Если вы хотите на React Native собрать мобильное приложение для Android, то вашему разработчику придется взять вот такой толстый талмуд, как разрабатывать приложение под Android и посмотреть, какие элементы пользовательского интерфейса там есть, как они кликают друг относительно друга, как этим всем пользоваться и правильно собирать.
А когда тот же разработчик решит это же приложение сделать для iPhone, то неожиданно ему придется взять еще больше талмуд от Apple и почитать, как все эти UI-View и NS-Button работают друг относительно друга, чтобы оно выглядело как нормальное iPhone-приложение, а не взрыв каких-то прямоугольничков. Это, безусловно, занимает время. Еще один минус заключается в том, что когда вы просто ставите React, для веба он вам не дает вообще ничего. Вот дивы, верстаете сами. Для мобайл он вам дает порядка 30 виджетов из коробки. Да? И у Android, и у iOS элементов-то пользовательского интерфейса намного больше, их там под сотню. И если вы хотите использовать что-то, кроме махонького стандартного набора, ваш разработчик идет либо на GitHub, смотрит, что сделали энтузиасты, либо берет низкоуровневый язык программирования, Java, Objective-C и делает сам. Это, конечно, несколько десятков строк кода, но это несколько десятков строк кода, которые надо написать. Ну и, наконец, React. Ему уже больше 2 лет, он стабилен, он позволяет делать клевые веб-сайты. Им пользуется огромное количество компаний по всему миру. React Native — это очень сырая технология, которая сейчас в бета-версии, особенно для Android, вышла буквально 3 месяца назад. Она постоянно развивается, Facebook постоянно что-то чинит, иногда что-то ломает. И если вы хотите использовать эту технологию, будьте готовы к тому, что у ваших разработчиков иногда что-то не будет получаться, они будут много времени проводить на Stack Overflow, чтобы это починить. Подводя итог, React, который JS, и React, который Native, это очень хорошая технология, если вы хотите быстро сделать прототип. Быстро — это несколько дней. Если повезет и разработчик уже научился пользоваться стеком, несколько часов. Это очень и очень круто в современном мире. Если же вы хотите делать что-то серьезное, что вы будете давать вашим клиентам, что вы будете продавать в сторах, на чем вы будете зарабатывать деньги, то вашим разработчикам придется поработать. Потому что технологии еще немного сыроваты, и ими не только надо научиться пользоваться, но и иногда чинить всплывающие косячки. А в целом это все на сегодня, и у нас есть целых 7 минут на вопросы. Спасибо большое. Вопросы, пожалуйста, задавайте, я ко всем подойду с микрофоном. Здравствуйте. Александр Подоплелов, компания Mango Telecom. Вопрос у меня такой. Если сравнивать технологию React с технологией Angular, как можно вот сопоставить их? Где слабые стороны, где сильные стороны по сравнению с Angular? Очень хороший вопрос. На самом деле в интернете много статей, которые сравнивают React и Angular. Angular — это полноценный фреймворк, да? Он большой и он сфокусирован на веб-сайтах. Сейчас делают попытки перенести Angular на мобайл, так же как React Native, да? Но это пока все совсем эксперименты. Angular позволяет делать веб-сайты. Там гораздо больше всего из коробки. Это значит, что это значит? Если ваш бизнес делать много-много-много веб-сайтов изо дня в день, не очень сложных веб-сайтов для клиентов, и постоянно делаете веб-сайты, Angular вам подходит идеально. Ваша команда разработки изучает Angular, они мучаются, они пищат, у них все плохо, но через годик они начинают хорошо пользоваться Angular. После этого они получают огромный бонус от того, что в Angular из коробки можно все. И они быстро-быстро-быстро-быстро собирают для ваших клиентов сайты. А при этом шаг влево, шаг вправо рассматривается как попытка взлететь. Как только вы пытаетесь сделать что-то, что не очень хорошо укладывается в рельсы Angular, ваши разработчики будут тратить в 5 раз больше времени.
React в этом плане очень простой, как кирпич. Он позволяет быстро собирать пользовательский интерфейс. Все остальное, как работает ваша программа, как она обращается к базе данных и так далее, это вне scope React, и это решают ваши разработчики. Поэтому, если у вас случаются проекты, которые с длительным сроком жизни, которые исследовательские, которые непонятно куда приведут через полтора года, то вы используете React для пользовательского интерфейса. Он вас защищает от сложности, потому что маленькие кусочки, и он дает возможность сделать как веб, так и мобайл.